Верстак время отсчитывает, поэтому по часам, по секундам. Но начали песни. Значит, я бы хотел несколько песен спеть, таких специфических несколько, потому что 19 августа сего года исполняется 30 лет «Вымпелу», в котором диверсионная разведка КГБ СССР, в которой я имел честь служить. Вся эта диверсия и разведка началась с Афганистана у меня. В декабре 81 года, по 85-й. И поэтому я спою песни, которые были у нас. Это тоже история афганской войны, а история спецслужб. У нас гимн до сих пор ходит такой, никто не знает ни автора, ничего. Но я являюсь вице-президентом «Вымпела», одного из подразделений на сегодняшний день. Хотя на месте там, в деревне у себя. Сам собой команду, это здорово. Доложу я вам. Значит, ну вот эта песня такая. Это гимн «Вымпела». Думаете, что даже не в Афганистане написано, вы поймете почему. Два пояснения. ГСН, группа специального назначения. Зампо-Д, это зампо диверсиям. Бой затих у взорванного моста, ГСН растаял во мгле. Зампо-Д, не терпящий удобства, умирает на чужой земле. Жаркая, нерусская погода остывает на его губах. Звезды неродного небосвода угасают в голубых глазах. Умирает он, не веря в сказки, сжав в руках разбитый пулемет. И к нему в набедренной повязке вражеский наемник подойдет, подойдет, посмотрит, удивится, скинет пистолет, прищурит глаз. Много резал бледнолицей, русских буду резать в первый раз. А в России расцвела гречиха, там не бродит дикий папуас. Есть в России город Балашиха, есть там ресторанчик «Бычий глаз». По субботам и по воскресеньям люди в ресторан идут гурьбой. Среди них идут, держа равненья, парни с удивительной судьбой. Узнают их по короткой стрижке, по беретам типа балахон. Их в округе местные мальчишки называют дяденька-шпион. Если где-то гром далекий грянет, в неизвестность улетят они. Пусть им вечным памятником станет проходная возле Дорнии. Если где-то гром далекий грянет, неизвестность улетят они. Пусть им вечным памятником станет проходная возле Дорнии. Дорнии — это рядом с ним находится объект, находился 101-й диверсионный разведшколы, где училась Зоя Космодемьянская, итальянские товарищи, передавал Илья Сталинов, враг номер один у Гитлера. Дорнии, а тут не ИПО. Научно-исследовательский институт дорожный, а тут пожарная охрана. Пожарная охрана, был магазин. И тропа Хошимина через колючий прод, через забор. Ну, буквально метров 20. Так что все нормально, когда начальства нет. А наш человек ответственный по части. Вот. Пелись эти песни всякие разные. Ну и там все остальное, что песни предполагается, как сегодня. Так что, а вторая песня тоже из тех же самых времен. Но потом начался Афганистан почти сразу после того, как организовался «Вымпел». Это была обкатка, как сказал генерал наш Юрий Иванович Дроздов. Обкатаем и на выживание посмотрим, как они там. То есть, без документов, без имен, без нации и без знания языка фарси. Вот там группа сидела в Бадахшане, где 4 района сходятся. И там такие грустные песни полагались. Но один был случай, который сейчас пою, поскольку вот Миша правильно сделал, что начал петь о женщинах. Какая война без женщин? Ради кого воевать и для чего? За президента, не за генсека же. Ну вот, и каждый принял отдых. Не по-солдатски, по-офицерски его вспоминания. На эпизод не буду рассказывать, у меня прапорщик старшина, а рот, я старший сержант. Всю мать свою старушкой обзывала, а ей 36 лет, а ему 18.
из «Пианус Груп», он мне там показал песню, где мать-старушка, у него потом показал фотографии, и я очень... Я-то думал, что это комплимент, ответил, я надеюсь, старше его, а он обиделся, целый день со мной не разговаривал. По поводу женщины, красивая женщина, хохлушка изображена, очень. Я просто сказал, что бы я хотел, вот, ну ладно, будь у меня такая женщина. А он сначала не помнил, потом подошел, говорит, командир. А ты ведь прав. Я говорю, прав, конечно. Да. Чудак, такой красавец взял да состарил, мать-старушка. Дурачок, иди служи. Ну вот, но эта песня не про нашу женщину, там. Это песня про афганскую женщину. Чистая афганка. Этот, не буду врать, хотя очень хочется, вот ей всегда хотелось сказать, что это со мной такое было. Но был человек, который я знаю, мы с ним дружили. Это совсем другое. Значит, Махтуба – это имя женщины, фарс на фарсе. Мало кто про женщин афганских писал, про натуральных афганок. Звали женщину ту, Махтуба. Да не женщина, просто девчонка. Как тростинка, тонка и слаба. Ты тащила меня по воронкам, а потом, разорвав паранжу, бинтовала горячие раны в кишлаке под названием Анжу. По колоннам пути по Дакшану. Махтуба, словно ветер на склонах поет. Махтуба, не нужны мне 3 года в зачет. Я пошел в ту атаку опять, только время не движется вспять. Помню родичей стайку твоих, к небу тянущих тонкие руки. Ты сказала одно, шурави, и они отшатнулись в испуге. А потом полевой медсанбат и врачей утомленные лица. Я хрипел им, где мой автомат, а он не скоро теперь пригодится. Да не нервничай, все при тебе. Тут какая-то фея из сада принесла поутру КПП, пистолет, автомат и гранаты. Махтуба, словно ветер на склонах поет. Махтуба, не нужны мне 3 года в зачет. Я пошел в ту атаку опять, только время не движется вспять. Вот и все, я вернулся домой. Затянулись военные раны, только как-то связалась с судьбой та девчонка из Афганистана. Я не помню почти ее глаз, что запомнишь в бредовом тумане. Может, кто-то другой меня спас, а может, вычитал в старом романе. Вот только ветер поет Махтуба и куда-то зовет Махтуба. Я пошел в ту атаку опять, только время не движется вспять. Махтуба, снова ветер на склонах поет. Махтуба, не нужны мне 3 года в зачет. Я пошел в ту атаку опять, только время не движется вспять. Я пошел в ту атаку опять, вот только время не движется вспять. Вот это КГБшник. Ты же не спел 345? Нет, ну, обожди, КГБшник, да, отцом? У тебя было в оригинале, ты пел. Друг какая-то фея из хада. Ну про из хад надо объяснять. А хад это их не КГБ. Хад это КГБ, СГИ. А он тебе вместо хада вдруг какая-то фея из сада. Ну из сада рядом. Ну скажи из КГБ, вдруг какая-то девчонка. Ну нахрена всю лирику исполнил, вот это Мостаков. Как напьется, так вот все. А что стыдиться-то? Справедливый, но грубый. Отвлекает меня, а со время считает. 30 минут. Сада, может быть, и не призывает. Заговаривает зубы. Там... Ладно, хорошо, про нашу советскую женщину. Тех времен. Здравствуй, это я. Прости, без приглашения. Но сегодня 5 февраля. Я хотел тебя
поздравить с днем рождения, что давно не празднуешь, а жаль. Постоим немного у дверей, я лишь на минуточку, прости. Так бывает в жизни у людей, вновь пересекаются пути. Да я загляну в твои глаза, помнишь, я когда-то в них тонул. Помнишь, как однажды нам разлуку нагадал авиабилет Москва-Кабул. Сколько зим и столько долгих лет, если год за три пересчитать. Я не упрекаю, что ты, нет, не имею права упрекать. Как живешь? Надеюсь, все в порядке. Замужем, писали мне друзья. Помнишь, как с тобою в старом парке прятались под кленом от дождя? Я запомнил вкус того дождя на губах испуганных твоих. Да не смотри тревожно на меня, я от этих губ почти отвык. Очень изменился, что же может быть? Старит нас чужая сторона. Там живут, не прячась от судьбы, и потому до срока седина. Ну что тебе расскажешь о войне? И надо ли рассказывать сейчас? В следующий раз я все скажу тебе, если будет в следующий раз. Счастлива ли ты? Вопрос из киноленты, где героев сводит хэппи-энд. Да в кино, а в жизни проездные документы. Снова на Кабул через Ташкент. Он гудит, таксист, не может больше ждать. Видно, мало дал ему на чай. Вот и все, меня не надо провожать. Я пошел, будь счастлива, прощай. Вот гудит таксист, не может больше ждать. Видно, мало дал ему на чай. Вот и все, меня не надо провожать. Я пошел, будь счастлив, прощай. Такая перебивка маленькая, песню долго-долго очень не пел. Но тоже про афганскую войну. Мы все помешаны на этой войне, и Верстаков тоже самое, и я, и все вон, и ребята здесь сидят, кто прошел Афганистан. Наверное, разница есть большая, почему они не пишут песни на чеченской войне, с афганской. Афганская война была хоть за что-то, за величие нашей империи СССР за рубежом. Но вы видите, как все было. Мы ушли, пришли американцы, теперь мы в полном окружении. И даже Китай непонятно, друг нам или враг. Все. Чеченская война, я залез в словарь Дали, посмотрел, гражданское не нашел. Нашел усобицу между усобицей. Люди, имеющие одно гражданство, а поверьте мне, мне ребята приносили документы, захваченные вот, там, на Чеченской войне, показывали. Мой бывший офицер пил со мной вместе под Новый год, 96-96 года, и показывал. Вот документы. Они убили, а вот забрали, а документы, говорит, такие же, как у меня, посмотри. Паспорт гражданина Советского Союза. И сейчас то же самое. Так что война, усобица между усобицами, существенная разница, понимаете? Ну, по крайней мере, для меня. Ну, вот песня эта про Афганистан. Вот как война, тут особой разницы не видно. Тут там, где люди убивают друг друга по приказу кого-то сверху. Люди друг друга не воюют, воюют правительство. Или монополии нефтяные, как хотите. Кстати, в Афганистане три месторождения открытого урана, о чем все молчат, но я говорю, некого больше бояться, моя секретность стекла 2000 года. А за уран, кому нужно на Дальнем Востоке, можешь сам посчитать, он всем нужен. Так вот, еще одна, письмо по существу, она без указаний на кого-то чего-то написана тем женам, любимым девушкам, женщинам, которые нас ждали. Написано от великого удивления, от того, что нас окружало тогда. Года не хватило, чтобы к всему этому привыкнуть, ну, тем более, первый месяц. Этот мир без тебя, просто голые скалы, от палящего солнца
не спрятаться в тень. Здесь душманские буры стерегут перевалы, и в тревожных рассветах рождается день. Здесь душманские буры стерегут перевалы, и в тревожных рассветах рождается день. Этот мир без тебя перечеркнут ракетой, и погибшим друзьям не закончился счет. Здесь измерена жизнь пулеметной лентой, караванной тропою и чем-то еще. Здесь измерена жизнь пулеметной лентой, караванной тропою и чем-то еще. Этот мир без тебя после рейда усталость, ненаписанных писем скупые слова. Здесь в сердцах уживаются ярость и жалость, и по-прежнему в душах надежда жива. Здесь в сердцах уживаются ярость и жалость, и по-прежнему в душах надежда жива. Этот мир без тебя неизменен и вечен, мир нежданных разлук и случайных встреч. Здесь ремни автоматов врезаются в плечи, и звучит иностранная, странная речь. Здесь ремни автоматов врезаются в плечи, и звучит иностранная, странная речь. Этот мир без тебя, он расколот войною, эхо выстрелов скачет по склонам крутым. Этот мир без тебя все же полон тобою, и становишься ближе, далекая ты. Этот мир без тебя все же полон тобою, и становишься ближе, далекая ты. Этот мир без тебя все же полон тобою, и становишься ближе, далекая ты. А вот про Вьетнам. Речкой, где пыль та жара, за хребтом Гиндукуша над каменной сушью. Послушай, послушай, как плачут ветра, за хребтом Гиндукуша за каменной сушью. Послушай, послушай, как плачут. Новые годы, и до походы, до пули, до кровь. Это было, все было, английские могилы. Дай же нам силы, земная любовь. Это было, английские могилы. Дай же нам силы, земная любовь. И память, как рана, открытая рана Афганистана, забыть не дает. За хребтом Гиндукуша каменной сушью. Послушай,
послушай, как ветер поет за хребтом Гиндукуша, за каменной сушью. Послушай, послушай, как ветер поет. Война за плечами, но снова ночами. Командополчане приходят во снах, загорелые лица, синева на петлицах, пыль на ресницах и соль на губах. Загорелые лица, синева на петлицах, пыль на ресницах и соль на губах. За дальней речкой, где пыль да жара, за хребтом Гиндукуша, над каменной сушью. Послушай, послушай, как плачут ветра, за хребтом Гиндукуша, над каменной сушью. Послушай, послушай, как плачут. Такой настрой вот грустный. Ну ты что не спой. Война-то кончилась, в общем, сегодня приходит конец. Ну ты спой хоть классическое. Завтра день победы. Классическое сейчас пою. Не знаю, никто не знает. Твое, Морозов. 8 марта нельзя? Люди это самое заплатили. Хорошо. 400 рублей. Николай, если вы однажды. Какой классический? Скажи ведь. Нет, обожди, батальонную разведку в конце споешь, когда мы все хором споем. Да. А вот это, знаешь, это самое, 24-го года войны, можешь? Да, женщина посвящена. 24-му году войны. У них был Новый год, а он это самое... Написан был с 82-го на мой 3-й год. Один придурок, у них одна женщина. Он сочинил песни, а они все с одной женщиной танцевали. Он споет. Нет, они танцевали никогда с одной женщиной, а когда курить бросил и пить тоже, тоже чесался. Ну ты играл, пока с ним. Они все танцевали, продачи своим торгом. Коблет еще танцевал. Это величайшая песня афганского. Ну хорошо, это нет. Это был жив побратим мой Вадим Бурали. И песня написана на боевых листках, других вертолетных скажем. Давай не придуриваться. Сейчас уже время показать. Ладно. Ты время отвлекаешь. Лучшая песня афганской войны. Верстаков. Подожди, дай спеть. Лучшая песня афганской войны. Это достал я спой другой песню. Ну спой, что стало? Никак не соберу для серьезной песни. Это когда все с одной танцевали, кроме меня. Давай. А я сидел, не пил ничего, как дурак. Давай, сейчас он тебя убьет. Правильно, почему как, действительно. Курить бросил и пить. Так, ладно. Это серьезная песня. Ночь новогодняя, 82 на 83 год, вертолетные эскадрильи Файзабадской. Не слышен, не весом. Снег над крышей затянут в облака. Полуночный небосвод. Звучит случайный вальс над модулем притихшим, и под его мотив уходит старый год. Звучит случайный вальс над модулем притихшим, и под его мотив уходит старый год. Что было в том году, дороги. До дороги, да скрежет на зубах горячего песка, да новые друзья и старые тревоги, и мины под ногой, и пули у виска, и новые друзья и старые тревоги, и мины под ногой. С гвоздя гитару снял усталый вертолетчик, настроил в унисон с аккордами души, и добрый старый вальс среди афганской ночи, и мысли, и сердца, и звезды закружил, и добрый старый.
старый вальс среди афганской ночи, и мысли, и сердца, и звезды закружил. Плывет, качаясь вальс, над древними горами, не ведая границ, не зная, не зная тишины. Мы погрезим наяву. Ты перепутал. Не ведая границ, не погрезим. Не слушая войны, не зная границ, мы грезим. Блин. Мы грезим наяву. Раз, заработало. Белыми глазами. Диверсант, вот кого ищет удой, помогите найти обиду. Пожатие мне. Идеологически причем. Мы грезим наяву. Любимыми глазами. Вот эти газетчики. Пожатие нежных рук. И шорохом ресниц. Мы грезим наяву. Любимыми глазами. Пожатие нежных рук. И шорохом. Вот голос его охрип. Птица не мешает. Не мешает такого. Выстрелите его в кто-нибудь. Голос его охрип. Патронов нет. Спецпору не станет, газета «Правда». И логический диверсант. Голос его охрип. Не мешает. Пусть голос твой охрип, а нету в звуках фальши, кончающийся год не зарастет. Пьем, играй, пилот, играй о том, что будет дальше. А мы тебе сейчас тихонько подпоем. Играй, пилот, играй о том, что будет дальше. А мы тебе сейчас тихонько подпоем. Вот подпевай сейчас. Очень коротко. Облака, и лежит у меня на погоне незнакомая ваша рука. След тревог спит городок. Я услышал мелодию вальса и сюда заглянул на часок. Пусть я с вами совсем знаком, и далек отсюда мой дом. Я как будто бы снова возле дома родного, в этом зале пустом мы танцуем вдвоем. Скажите хоть слово, сам не знаю о чем. Не слышен, не весом, кружится снег над крышей, затянут в облака афганский свод. Звучит случайный вальс над модулем. И под его мотив приходит новый год. Друзья, правильно! Они диверсанты идеологические. Правильно! Дорогие друзья, пока, значит, этот человек выпивает, а этот человек кричит, я хочу сделать последнее еще объявление. Значит, моя жена приехала. Вот она. Да. Дорогие друзья, значит, а что делать-то приехала жена? Похлопать ей. Во-вторых, слушайте внимательно, ребят, послушайте меня внимательно. Значит, здесь живут люди во дворе. Они не виноваты в том, что у нас была афганская война, и мы умеем песни про нее писать. Поэтому просьба, сейчас мы будем выходить, петь песни на Пятницкой улице, не раньше. Третий момент. Значит, слушайте, чтобы мы с вами могли нормально жить дальше, потому что вот тут вот великие автор-исполнитель, они то они могут, то не могут, хер его знает. Не собрался знаю. Да. Поэтому, значит, пожалуйста, вот мне на листочек бумажки запишите свои фамилию или имя и телефон. Не надо писать пол, зачем? Рост, вес. Надо, я тебе потом скажу, тебе понравится. Значит, слушайте меня, тебе не надо, я твой телефон знаю. Значит, слушайте меня внимательно. Ребят, вот один человек уже написал серьезно, большое ему спасибо, чтобы мы могли нормально встречаться, петь. Нет проблем, не мешай. Сядь, не мешай. Ты уже спел. Полчаса тебе дали, ты пел уже, все, хватит. Значит, ребята, я положу листочек, значит, имя и телефон, чтобы мы могли оповестить, когда у нас... Кто, когда и так далее. Что будет? Все.
когда кого будут расстреливать. Хотел петь про любовь. Вообще про любовь, потом про козу, а потом... Какую козу? Уже Николаевич, если вы однажды перегрели... Ну хорошо, ладно, я хотел про любовь. Сначала про любовь, потом про козу. Раненую разведку. Нетрадиционная какая-то любовь про козу. Ну ладно, сейчас. Да нет, натурально. Это песня. Про любовь. Переделка с тоски перед невыполнимой задачей, которую нам нарезали сверху. Нет, ты про любовь хотел. Ну, правильно. А про козу потом. Нет, ну потом про любовь, а то все не так будет. Ну ладно, подожди, не отвлекай, диверсант. Радио Свободы. Да у него так книг так называется. От прав до свободы. Идеальный диверсант. Финансировал СРУ. Как и я. Они журналисты все жуткие. Все жуткие. Я тоже сейчас жуткий. Я их знаю. Ой, что? Изнутри там. Так ладно, хорош пень. Ну, чтобы развеяться просто от текста, впечатления. Ну, песня понятная там. Все понятно. Переделка известной песни. В светлой памяти человек ушел, который песню исполнял. Ну, а там не до кино было. И просто поставил невыполнимым задачу, надо как-то все развеять, и поэтому такая песня. Типа, мол, не грустите, братцы, все будет хорошо. Чего вы случилось? Вот такая песня. Если вам однажды перед рейдом в горы не досталась каска и бронежилет, вспомните, что где-то бродит вовсе голый, с вами в общем незнакомый снежный человек, и улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз, и хорошее настроение не покинет больше вас. Если вы с обрыва в голубые дали полетели лихо камни догонять, помните, что раньше вы так не летали, и, как видно, больше вам так не летать. И тут улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз, и хорошее настроение не покинет больше вас. Если вас в Дукане, это супермаркет афганский, или мини, ну как хотите, если вас в Дукане нагло обманули, если гнев невольно сердце к вам проник, вспомните, что в вашем автомате пули, их на все Дуканы хватит, вспомните о них, и тут улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз, и хорошее настроение не покинет больше вас. Если вас за ногу кобра укусила, если жить осталось только полчаса, так медики говорят, помолитесь Богу, соберитесь силой, и как в детстве начинайте верить в чудеса. И тут улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз, и хорошее настроение не покинет больше вас. Вот он ряд мне сам трагический, вот сейчас будет. Если вам замены нету из союза, если не пускают свидеться с женой, вспомните, ребята, Робинзона Круза, как 12 лет прожил он с одной козой. И тут улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз, и хорошее настроение не покинет больше вас, и хорошее настроение, замечательное просто, не покинет больше вас. Про любовь ты пережил, настоящую, большую. Ну, пускай про любовь поет, про большую любовь. Все, какая-то похопень заставляет. Нет, сейчас про любовь, а потом батальонную разведку. Да, хорошая песня. Вспоминайте молодость, ребята. Мы все юность, пытаемся да. Вывести морозоустойчивую породу женщин. Никак. Очень хорошая песня. Давай, давай, про любовь. Идеологический диверсант. Террорист, помогите найти обезвредить. Налейте ему что-нибудь.
Опа, пока не песня. Серьезная песня, но все это... Давай, крайне, Николай, все уже. Знаете, все когда-то... Все когда-то... Одну хочу, у меня он стоит одна. Не надо, все. Не батальонную разведку. И химический диверсант. Ужас, а я что-то люблю и уважаю. 27-го года. Нет, хорошая песня. Просто напомнит вам ваши 17, 18, 19, кому-то и 35, кому-то и 40. Кому-то и 40 лет. И 40 лет. Это, понимаете, тут возраст совсем не имеет значения. Без от... Нет, она ответная, но безрезультатная там вообще. Промчалось лето, жаркое и шаленое, ушло тепло со скошенных полей. А мы стоим, прощаемся с тобою у двух заветных старых тополей. А мы стоим, прощаемся с тобою у двух заветных старых тополей. Костер погас, и песня недопета, пусть нужных слов еще немало есть, но мы молчим, промчалось наше лето, когда еще увидимся, Бог весть. Но мы молчим, промчалось наше лето, вспоминаете, когда, мужики, когда еще увидимся, Бог весть. А было так, вначале было слово, неуловимо, легкое, как дым. А все, что дальше, вспоминайте, в общем-то не ново. Не осуди, и будешь несудим. А все, что дальше, в общем-то не ново. Не осуди, и будешь несудим. Женщина, вы тоже вспоминайте. Это же песня двоих, и для двоих. Смешались все рассветы и закаты. И что хотелось, каждому сбылось. Мы лишь в одном с тобой не виноваты, что слишком быстро лето пронеслось. Мы лишь в одном с тобой не виноваты, что слишком быстро лето пронеслось. Я посреди деревни на рассвете кость прощусь, целуя кончики ресниц. И пусть сплетут досужие соседи про нас еще одно из небылиц. И пусть сплетут досужие соседи про нас еще одно из небылиц. Нас разнесут по городам и весям стальные стрелы скорых поездов. А все, что было, осень занавесит тяжелой шторой сизых облаков. А все, что было, осень занавесит свинцовые шторы снежных облаков. Свинцовые шторы снежных облаков. Спасибо. Батальонный разряд. Подожди, Кать, нас сфотографируй, Кать, пожалуйста, меня сфотографируй с этими вещами. Игорек, скажи два слова, батальонный разряд. Катя, Катя, верстаком с контролем сфотографируй. Ты что говорить, давай петь уже. Нет, голову. Время все, время нет, у нас сейчас выгоняет. Игорек, скажи два слова, когда написал батальонную разведку? В 75-м году. В 75-м году. Писал в интернете. Ну, да. Она почему на День Победы первый раз исполнил в ресторане «Националь». Ты же играй, ты поешь, а я... Что бы ему отсюда того разведчику морозить, быстрее. Короче, его давай, друзья. Давай, ребята, все, время дано. Скорюк, давай скорее. Ну, что, микрофон. Микрофон. Не надо микрофон, давай. Да ну им нафиг. Ну, хорошее слово. Ребят, еще раз напоминаю. Вот бумага, значит, фамилию, имя и этот самый телефон. Иди сюда, не уходи, куда ты пошел? А на войне, как на войне. А там труднее нам вдвойне. Теперь ты. Когда зайдет. Едва взойдет. Нас на сопка берет. Пой. Давай, иди сюда. Мы не прощаемся. Не прощаемся ни с кем. Чужие слезы нам зачем? Уходим в ночь, уходим в дождь, уходим в снег. Все поем. Мы не прощаемся ни с кем. Чужие слезы нам зачем? Уходим в ночь, уходим в дождь, уходим в снег. Батальонная разведка, мы без дел скучаем редко. Что ни день, то снова поиск, снова бой. Ты, сестричка, в медсанбате, не тревожься, Бога ради, мы до свадьбы доживем еще с тобой. Ты, сестричка, в медсанбате, не тревожься, Бога ради, мы до свадьбы доживем еще с тобой. Начинай. А если так случится вдруг, я наверное
человек покинет друг. Не осуждай его, война тому виной. Тебе наш родный старшина отдаст медали ордена в разведке, заработанные мной. Чего вы сидите? Тебе наш родный старшина отдаст медали ордена в разведке, заработанные мной. Батальонная разведка, мы без дел скучаем редко. Что ни день, то снова поезд, снова бой. Ты, сестричка, в медсанбате, не тревожься, Бога ради, мы до свадьбы доживем еще с тобой. Ты, сестричка, в медсанбате, не тревожься, Бога ради, мы до свадьбы доживем еще с тобой. Когда закончится война, мы все наденем ордена, гурьбой усядемся за дружеским столом. И вспомним тех, кто не дожил, кто не добил, не долюбил, и чашу полную товарищам нальем. И мы припомним, как бывало, ночь шагали без привала, рвали проволоку, брали языка. Как ходили мы в атаку, как делили с другом флягу и последнюю щепотку табака. Как ходили мы в атаку, как делили с другом флягу и последнюю щепотку табака. И все вместе. Батальонная разведка, мы без дел скучаем редко, что ни день, то снова бой, снова бой. Ты, сестричка, в медсанбате, не тревожься, Бога ради, мы до свадьбы доживем еще с тобой. Да, золотой, может, ты, сестричка, в медсанбате, не тревожься, Бога ради, мы до свадьбы доживем еще с тобой. Да есть, за Игоря Морозова! Это за вас, спасибо, что пришли. Действительно, стой. Он забирал, чтобы увидеть родные знакомые лица и почувствовать тепло ваших сердец. Спасибо за то, что слушали, спасибо за то, что поддержали. Для меня лично вот этот просто глоток кислорода такой. Ребята, если мы будем собираться и петь, здоровы, значит, мы будем выигрывать афганскую войну ровно столько раз, сколько мы собираемся победы здесь. Все, ребята, песни пока закончились. Все. Дорогие друзья, я очень извиняюсь. Все, заканчиваем петь, потому что в 10 часов у нас заканчивается здесь время пребывания. Пойдем покурим. К сожалению. Пойдем покурим.